Расширении приграничного сотрудничества между Казахстаном и Россией говорили за круглым столом в Уральске. В рамках казахстанско-российской экологической экспедиции «Урал. Река дружбы» там прошла встреча руководителей Ассамблеи народа Казахстана и Ассамблеи народов России. Главы Оренбургской и Западно-Казахстанской областей, депутаты парламента, ученые, члены этнокультурных объединений обсуждали вопросы сохранения межнационального согласия в государствах. Если в Казахстане проживают представители 130 наций и народностей, то в России свыше 190. Россияне отмечали, что им есть чему поучиться у казахстанцев. Итогом встречи стал меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает совместную работу в сферах культуры, науки и образования. В рамках четвертой реформы сегодня поставлен вопрос «Большая страна, большая семья». Кроме него, в рамках него идет у нас проект «Менен елем». В рамках него идет проект «Нурлы жол», в рамках него идет проект всеобщего труда. По каждому направлению проект назван сегодня, разработана концепция его реализации и расписаны четко планы мероприятия. Сегодня нужно говорить не просто о роли Ассамблеи народа Казахстан в укреплении межэтнического мира и согласия в стране, а сегодня нужно говорить о том, что Ассамблея народа Казахстана играет роль в социально-экономическом развитии республики. Безусловно, на мой взгляд, у вас есть уникальная казахстанская модель, которая требует изучения.